Итак, Ориген – это тоже Александрийская школа, это тоже аллегорический метод исследования Писаний. Личность Оригена, ну, его считает глыбой, гением, несравненным человеком. Он был как из цельного куска. Вот. Он из семьи христиан, и не только это. Его отец был мучеником. Отца замучили до смерти, когда ему было 17 лет. Его было одно желание – претерпеть мучения вместе с отцом. Он хотел сдаться властям, сам пойти. Мать его одежду спрятала, чтобы он из дома не бежал. То есть, понимаете ли, это было и так будет до конца его жизни. Он как стрела, вот вся его жизнь. Преданность Богу, желание прославить Его, откровения необыкновеннейшие. Тут и фантазии, тут и ученость его. Он очень ученый человек был. В 17 лет он наследовал Клименту. Климент, вот при этих гонениях, где погиб отец Оригена, Климент, как вы видите, бежал из Александрии и оставил пост руководителя школы для крещаемых. И вот Ориген это место займет. Он очень быстро станет сверхпопулярным. Его будут слушать запойно, за ним будут охотиться. Но он молодой человек, и когда его... Кто там были в то время? Легионеры ждали у ворот этой школы, а он уже проводили занятия в другом месте. Они потом знавали то место, а там уже их нету, они уже в другом месте, понимаете ли как? И мгновенно передавали студенты друг другу, где будет Ориген, а власти не поспевали, то есть не удавалось ни разу поймать их на месте. Слушали его с огромнейшим интересом. Он говорил необыкновеннейшие вещи, некоторые эти вещи, вот я с вами поделюсь. Ну, теперь, значит, он принял приглашение быть руководителем этого колледжа с ревностью, и скоро его окружали толпы учеников. И так будет всегда. Всегда он будет окружен толпами, желающих слушать его. Даже язычники приходили послушать. Это самый глубокий мыслитель ранней церкви, самый образованный. Он глубоко изучил неоплатонизм. Он глубоко изучил основные еретические системы. Я вам хочу сказать, гностицизм. Я не хочу, чтобы у вас было впечатление, что это какие-то вот, глупые вот учения. Гностики – это были греческие философы, которые хотели сделать христианство интеллектуально уважаемым, которые хотели поднять его на какую-то другую высоту, снабдив его философией. Такая ошибка была у них. Но это были очень образованные люди. И сейчас неоднократно в течение истории интерес к гностическим учениям снова возобновлялся, потому что это были очень такие сложные и хитрые учения. И вот и он боролся против гностиков, и против монархиан. Монархианство, я должна буду вам тоже сегодня рассказать. Это была тоже последняя попытка сохранить монотеизм. Единого теории, с помощью которой можно сохранить монотеизм. Объяснить христианство как-то так, чтобы оставался все-таки один Бог. Но все это не было его главной целью. Главная цель у него была вся жизнь, я говорю, как стрела. И цель у него была всегда одна. Систематика, систематическое христианское учение под названием принципы. Принципы. Принципы – это первая систематика. И сам он всегда себя считал истолкователем Библии. Это были его проповеди, это были комментарии. Впервые попытался дать студентам инструмент для установления оригинальности текста Писания. Еврейский текст, перевод на греческий,
а затем четыре греческих версии того времени, включая Септуагинту. Вот. Ну, он оказал огромнейшее влияние на развитие христианского учения, несмотря на то, что его собственное учение было признано еретическим. Юстиниан, мы будем говорить о соборе, Пятом соборе, и Юстиниан сожжет все произведения Оригена. Поэтому очень многие вот учения его, которые я вам буду излагать, которые существуют, никто из нас не может быть совершенно уверенным, что это его авторское вот понимание. Потому что у нас мы не можем исследовать... Очень много переписано, но и вот основные творения были сожжены. И однако он огромное влияние оказал на христианское учение. Понимаете, он высказывал столько идей, что надо было как-то их разуметь, и если они неправильны, надо же их опровергнуть. А это очень развивало учение, вы понимаете? Когда тебе нужно опровергнуть, тебе нужно вникнуть в эти вопросы. Когда я говорю вот это единство его личности, единство его цели, единство всей жизни его, я должна сказать это с самого начала, когда он начал преподавать. В этом колледже. Там были очаровательные египтяночки, которые кружились вокруг него. И он понял, что это помеха ему будет всю жизнь. Его будет влечь туда, влечь сюда. Он оскопил сам себя, чтобы не иметь соблазнов, чтобы целиком отдаться на служение. Он так слова, которые есть в Писании, понял, делает сам себя скопцом. Он очень усложнил свою жизнь, потому что с такими дефектами он не мог быть пресвитером, пастором. Его не могли рукоположить в Александрии. И когда он имел огромный успех в Палестине, его там хотели рукоположить, так пресвитер из Александрии специально сообщался с палестинским, говоря: не делай этого. Ну, в общем, я так вот говорю. Вот этот человек вот такой вот. Когда он говорил, он преследовал свою мысль. И описывали так, что он был весь как обожжен огнем, солнцем, ну, обгорелый такой вот, глаза, смотрящие куда-то в невидимые, неведомые миры, и говорил потрясающие вещи. Никто не мог ему возразить. Я вам читала эту замечательную цитату, что все казались немыми. А сказать нечего. И вот с этими идеями познакомимся сейчас. Оиген желал быть ортодоксальным, то есть правильным. Он желал быть. Он основывался на писаниях и правилах веры. Но его благословие носит сильный отпечаток неоплатонизма, а его аллегории дают возможность произвольного толкования. Так произошло, например, во время Никейского собора. Обе стороны, то есть и ариане, и православные, Афанасий, опирались на Оригена. Послушайте, пожалуйста, высказывание Оригена, которые вот, на основании которых это разделение произошло. Обе стороны опирались на слова Оригена относительно отца и сына. Ориген учил о вечном сыновстве сына, о вечном сыновстве Христа. Такие слова: «Бог вечен». Христос открывает Бога, каким Он всегда был. Бог всегда был Богом и Отцом Иисуса Христа. То есть не было времени, когда Христа не было. А кто говорил, что было время, когда Его не было? Нет, только что вот мы сейчас говорили. Тертуллиан. Так. Не было времени, когда Христа не было. Он един с Отцом,
Дальше образ идет. Как ручей есть вода. Замечательный образ. Ручей – это же вода. И светлость есть свет. И у них одна сущность. Ну, мы скажем аминь. Второе высказывание его. Сын означает, что Христос является вторым, а Отец – первым. Христос зависит от Отца, послан Отцом, открывает Отца, приводит нас к Отцу. Он является посредником между Богом и человеком. Он есть премудрость Божия, Слово. Сын рожденный, а Бог нерожденный. Да, да. И в чем же здесь секрет? Вам известно слово антиномия? Антиномия – это когда два противоположных суждения оба истины. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Это будет у нас Отец, это будет у нас Сын, это будет у нас Дух Святой, да? Сын не есть Отец. Согласны? Отец не есть Дух Святой. Не есть. Так? А вот так, так, а здесь будет у нас Бог. Бог есть. Отец – Бог есть. Сын – Бог. Он же и Дух Святой. Понимаете как? То есть, это потом, знаете, поймет, это Августин первый покажет. Нет, не Августин. Августин тоже об этом будет говорить, но первый, кто ясно выразит, это будут каппадокийцы, которые будут уточнять, это будет второй собор, уточнение никейского символа веры, что разница не в единосущности, единосущность, а разница в отношениях, которые они встают в отношении друг друга. Разница в отношениях, а не в том, кто больше, кто меньше. Это все Бог. Но это не было в таком понимании, это не было, это более позднее понимание, разработка. Где-то уже ближе к нашему времени. А Ориген бросил вот эти два высказывания, такие противоположные высказывания. И многие последователи Оригена не могли вместить одновременной истинности обоих утверждений. Так, это первое его смятение, которое он произвел. Затем Ориген верил в предсуществование души. И он верил потому, что Христос, он был на небе до своего воплощения, да? У него было предсуществование. Вон там сказано, иду исполнить волю твою, Боже. В свитке твоем написано обо мне. Ты не захотел жертв, но тело уготовил мне. Вы помните эти места, да? И он рождается, чтобы иметь это тело, чтобы телом вознести грехи наши. И рождается от Марии. И все эти вопросы опять, он родился или он там? Вот Исаия пишет об этом еще. Младенец родился нам, сын дан нам. Во-во-во-во-во-во. Владычество хранило его. Младенец родился нам, сын дан нам.
Но это разные вещи, родился или дан. Оба истинные. Вот это называется антиномия. Значит, Ориген верил в предсуществование души. По крайней мере, это точно, что мы знаем об Иисусе Христе. Что он имел до своего воплощения, до своего прихода на землю, он имел существование. Но это так или нет? Что-то вы неуверенно отвечаете. Вот, а я уже не знаю душа, потому что вот предыдущие, Тертуллиан говорил, нету ничего совершенно бестелесного, Бог, сотворивший телесный мир, не может быть сам совершенно бестелесным, что это такое. Вот. Бог, сотворивший весь физический мир, не может не иметь в себе ничего вот телесного, при том, что он невидимый и все. Ну, вот такие вот мысли умных философов. Эта идея предсуществования души включена в его теорию вечного творения. Бог творит непрерывно. Почему Бог стал творить? Вы послушайте, как интересно он сегодня пишет. И вы поймете, что слушали его, открыв рты, не зная, чего им ответить. Он считает так, что эта идея существует и сейчас. Вот. Грехопадение человека стало причиной сотворения материального мира. До этого был только духовный мир. То, что грехопадение... Помните, грехопадение... совершилось и там, от падения ангелов. И следом за этим идет сотворение материального мира. Падшие духи стали душами, одетыми в тела. Материя создана как средство очищения и средство дисциплины для падших духов. Ну, это еще не наш мир, это материальный мир.